Брасом и кролем добирались до финиша спортсмены 6 городов Поволжья. Все они приехали почтить память выдающегося тренера Анатолия Печенегова на традиционные соревнования по плаванию, которые проходят в Ульяновске более 20 лет. Для Ульяновской области Анатолий Печенегов – это как Владимир Сальников для России. А почему? Потому что Анатолий Печенегов был сердцем плавания 80-х, 90-х годов в Ульяновской области. И все тренеры, которые сегодня занимаются и воспитывают сегодняшних ребятишков, это его ученики. Анатолий Печенегов обладал удивительной способностью влюблять каждого своего воспитанника в плавание. Его уникальные способы тренировок позволяли взращивать чемпионов. Плавание было для него делом всей жизни. Анатолий Печенегов внес значительный вклад в развитие этого спорта не только в Ульяновской области, но и за ее пределами. Ну, человек просто был предан своему делу. Он был фанат и очень многих заразил этим, и своих детей, в том числе и меня. Потому что, ну, после института, когда я пришла, я, конечно, ну, как приходят молодые люди. А он именно был фанат. Для него был спорт, плавание, это было все. И тогда не было интернета, все приходилось самим учиться. И я, в общем, тоже училась у него. Для спортсменов такие соревнования – это возможность улучшить свой результат, обменяться опытом и получить дополнительные трофеи в копилку. Ну, вот сейчас пробыл 100 метров за 59.03. Это пока что лучший мой результат, но нужно улучшаться. Это улучшение результата, и смотря насколько я быстрее стала до 25 метров. Соревнования традиционно проводятся в преддверии Нового года. Для спортсменов мероприятие – это возможность стать быстрее, а для тренеров – разглядеть свежие таланты. Впереди у пловцов начало сезона, новые первенства и чемпионаты. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.